Ну что ж, друзья, здравствуйте, с вами снова Лелакс, давненько с вами не виделись, не общались. Мы с Доком решили вернуться к тому, с чего начинали, это Ark Survival Evolved. Пытаемся выжить здесь, сейчас посмотрим, что происходит. Док, правда, без меня здесь уже справился, можно сказать. О, коняшку Дила побил. Он приручил двух коней, двух птер, скрафтил плот уже наконец-то, потому что вчера мы долго мучились, долго искали место для проживания на этом сервере. Будем исключительно выживать на PvE режиме, потому что мы скованы работой и не так много времени, к сожалению, у нас есть. Вот, тем не менее, я постараюсь подготовить для вас максимальное количество обзоров на существ. Ну и в промежутках будем выживать на этом сервере. Можете присоединяться, если захотите. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, смотрите, высказывайте свои пожелания, чтобы вы хотели увидеть охоту на каких существ, чего приручение и так далее. Сейчас док перезаходит в игру, вылетел по неизвестным причинам. Вот, и мы продолжим наше выживание. Мы планируем отправиться, сейчас я скажу. Мы вчера там были, на реке в пустыне, там замечательное место, красивое, живописное. Много хищников, правда, потеряли вчера двух коней там уже. Ну вот, сегодня начали заново, можно сказать. После этого было еще много попыток выжить в других точках этой карты. Карта Рагнарок. Вот. И посмотрим, что у нас выйдет теперь. Я буду периодически ставить видео на паузу, когда будут достаточно скучные моменты. То есть фарма, крафта и так далее. Я думаю, наверное, это вам не интересно. Но если вдруг интересно, конечно, вы напишите в комментариях. Вот. И буду самые эпичные моменты, самые интересные включать. Ну что ж, друзья, мы отправились в путь, в пустыню, как я и обещал. По карте мы будем спускаться вот туда, вон вниз, потом по реке и попробуем прийти на намеченное место. С нами док сегодня, он наконец-то зашел. Поздоровайся со всеми. Где он? Он за штурвалом, в общем. Внизу. Всем привет. Вот, сейчас мы постараемся, насколько это возможно, побыстрее доплыть до пустыни. А в промежутках вон там посмотри, там живая. Вот это вот хибара. Окно открыто. Да, там через 14 часов разрушится. Вон там труп лежит или это динозавр. Там где? Я наживаю. А вот видишь камни вот? Справа от здания. Вижу камни справа от здания. Труп лежит, это игровой, короче, труп. Труп кита, короче, здесь лежат они периодически. А, ну все, четко тогда. А что с него хочешь добыть? С него кератин падает. Еще протухшее мясо, кожа и... А, протухшее мясо? Ну, меня больше кератин не интересует, так как надо будет все равно сделать. Ну-ка, что тут открыто, закрыто? Закрыто, но разрушить через 6 часов. А нет, это 6 дней. Вру. Почти допрыгнул. Ну да, это тоже. Okay.
Игроки уже здесь нажили себе. Все, все точки заняли практически. Жить негде. Пытаемся найти себе дом. Мне кажется, или сейчас плод еще медленнее стал ходить? Ну, он как-то... Не как в Атласе, короче. Это да. Он притормаживает. Ну да, прикинь, сейчас еще видит. Фризит его. Че, если? Если бы сейчас еще пришлось ветер мой. А, это да. Вот трупы. Один. Че, возьмешь? Ну, нефть, кожа, кератин, протухшее мясо в огромном количестве. Так, все, я на месте. Отлично. Ну ничего, может через минут 15 дойдем. Или 20. Ну да. Примерно. Если повезет. Так, ну, пока да, на пол. Да, если сейчас на скайпе. Чего-чего? Если сейчас кит нас не задопит. Да не, какие киты, ты чё? Ты чё, не помнишь? Этот-то. Я помню, помню. Раз тут меня позволяет. Да ну не. Ну что ж, друзья, мы подплываем к устью реки. Док за штурвалом. Сейчас будем уже заходить. И посмотрим наше местечко. Пока без приключений. Богомол 130, богомол 85. Станабо 140. Нас здесь прям, смотри, как горячо встречают. Вон, платочками машут. Че, может вылезем, поздороваемся? Они поплыли за нами. Богомолы, кстати, у них большой радиус это реагирования, так сказать. Чей-то уже тут. Этого, походу, догнали. Вышень город. А вверху кто там ходит? А, это кенгуру. Тушканчик. А, кстати, здесь же еще одно ущелье этих примерно. Слева, по-моему. Ущелье? Да-да, их же здесь там... два. Ну там такое ущелье, по-моему, в пустыне есть. Там под песком, типа, еще. Хрень какая-то. Оп, смотри, ребрышки торчат у кого-то. Дираптор. Так, это. А, во, вижу. Справа и слева были.
140. Чё с существами здесь? 90. Должны быть аккуратны. Кенгурушки. О, плод чей-то. С каменной постройкой через 9 дней. Что? Разрушится. Типа нашего. Угу. Так, что там далеко еще, нет? Да хрен его знает. Вон замок уже виднеется, там напротив замка примерно. Не доплывая немножко. Там близубый карась поплыл, или как он называется? Осётр? А, кстати. Не вот это или вот та? Вот, слева или справа, по-моему? То есть, вот это первая или вторая? Какая из них? По-моему, вот это. О, что-то фрезы. Да-да, вон крокодил нас ждет, вон тот, да, от которого вчера удирал 145-й левел. На противоположном берегу. Блин. Да, на следующей база. Давай на это, на вон, это, видишь, на это посмотрим. Альфа Раптор там был. Дьяволь. Пока не вижу. Да он вон, не нападает ни на кого. Ну, на нас нападет. Девяностый. А где ты увидел? А вон прям под их базой, да. Вот видишь, где он? А, вижу. Угу. Вот он слева. Так, а с этой стороны, да, не зайти. Хер завалишь его еще. Кстати, смотри, можно ставку сделать. Крокодил или вон этот. Да-да-да, вижу. А она 25-го парацера-то всего лишь. Ну, здоровье больше. Большой же. А, не, ну, все, капец, он краснеет. А краснеет. А крокодил? Ни хера не краснеет. Сарказух. О, фига себе, вон того притомить можно. Смотри, какой офигенный. Раскраска прикольная. Фиолетовый там, синий. Вон там вот. Парацера вижу 95-й. Да. Вот, только жопу видно. Так, веселится там. Не, крокодил его сейчас сожрет. О, красный тушканчик, первый левел. Почему тушканчики все первый левел только? Они, по-моему, всегда первые. Ну ладно. Эх, завалил парацеру. Полакомиться. Так, где там, что там, Альфа? Бороду твою вижу. Так. Не убежал он еще? Вон, а тут еще один бегает. На... Что бегает? Вон, слева от нас. Надо убить так-то. Надо почистить территорию. А это просто Раптор, 55-й. Ну, тем не менее. Ну, дальше надо попасть тогда отсюда хотя бы разочек. Мы не пройдем через вон этот мост. Надо где-то тут усаживаться. Давай к левому берегу, вот где Раптор бегает. Мы его сейчас зачистим аккуратненько. И возьмем, что там, фундамент, кроватьку сделаем. Попробуем прокрасться наверх. Где Раптор? А где кони-то все? В смысле, где кони? Они как-то... А, они в стену забаговались у меня, по крайней мере. Блин, нормально. Я уже испугался, что они там остались. Так, все, нормально. Отсюда можно попасть.
хотя бы разочек. Конями, правда, зря к нему повернулись, ну ладно. Так, нет. Надо винтовку. Да. В общем, это, прикрывай тогда. Он уже согрелся. О, отлично. Стрел собрать с него. Пираньи здесь нету. Так, что у него тут? Ягодки всякие, ягодки, ягодки. Давай паркуйся. Блин, неохота мне туда идти. К Альфе? А кстати, может и выйдет куда-то залезть и стрелять. Может, выйдет. Да стрел-то нормально, стрел есть. У меня еще 200. Капец, не там обосрался. Обосрался. Почему Альфа не нападает на травоядных? Может, он тоже веган? Ну тогда нам нечего бояться. Я вижу, вижу. Тушканье здесь что только нету. А куда он делся-то? Он убежал куда-то вверх? Нет, он вон там все еще бегает. А, вон вижу, вижу. Ага. Так, пойдем посмотрим платформу, раз уж поднялись. О, здесь, смотри, идеальное место. Здесь и загон для овец. Место идеальное, но вот это вот соседство. Соседство с большой базой ты имеешь в виду? Да. Считай, твоя база грузится. Ну да, да. С этим согласен. Блин, ну пойдем вон туда, мы пройдем чуть дальше вон. Поверху посмотрим. В обратном направлении. Тут деревьев, правда, что-то маловато совсем. Ну, как бы они есть, но как бы нет. О, овцы, овцы. Я буду здесь овец разводить. Какая. Красотка. Сзади еще и голем. Бляха, муха. Откуда он взялся-то? Дикий, да? Ага. Ну, да. Зарылся, зарылся. Так, что у нас тут? Скорпионы до хера, колобки. Здесь неровная местность какая-то. Так, ну тут отличный вид такой, можно посмотреть. Можно вон можно. На противоположном берегу на этих камнях построить. Ну да, в принципе, можно. Которые крайне справа, ты имеешь в виду? Железо, обсидиан. Ну вот, вот это, допустим, или слева. Или слева. Ну здесь поровнее вроде вот это.
Нам особо много, наверное, не надо. Вот, не знаю. Туда можно расшириться, если что, в пустыню. Ну давай пробовать. Ну, там крокодил тоже надо валить, тогда крокодила хотя бы. Это не альфа, конечно. У него-то пофиг, убьем. Чего? Чего-чего? Его-то убьем, но не особо. Ну, я про это. А, Артём что-то звонит. Тогда... Ага, давай тогда левую горку брать. Сейчас, минуту. Так, ну что, а что это там? Что это? Не понял. Это овца от кого-то скачет. Барашек. Тоже 25-й. Змея, артоплевры. Хитин тут есть, короче. Металл тоже найдем. Деревья, ну, немного, но есть. Кусты есть. Что мне переагрили сейчас скорпиона сюда, пока Диман нет. Так, ну что ж, продолжаем. Скорпиончика завалим. А вон сейчас их нитрус их завалит. А, не завалит. Какой он прочный. О, тот забаговался, давай, самочку. Ну, хорошо. Главное этому лапку не навернуть. О, у него тут еще что-то есть. Стрелы, ботинки, нормально. Живем. Вон, давай, красиво, еще завалим.
Кого? А вот. А, это. Крыса. Пигамастакс. Который пиздит вещи у всех. Так, что у нас тут? А вон еще один. Так, где там Геннадий? Где... Трубу сбер. Говнюк. Все, у меня пусто. Этот, как лук-то починить? Я что-то это забыл. У тебя ресурс должен для него быть. И нажимаешь на починку. Дерево 6, волокна 19 на плоту есть. Потому что надо подготовиться перед крокодилом-то. Это дело такое. Так, ну чё? Где он? Чё? Так, это... Он же нас все равно не догонит на земле. Догонит? Ну, на земле нет. Ай, пираньи и собаки. Блять. Наваливают тебе тут. И мне наваливают, ничего себе. А, всё, это... А, блин. Видел, да, на фиолетовом. Да. Где так, где ладно. Он? Вон он. Так, смотри аккуратно, тут наверху могут быть эти... рапторы вчерашние. Ага. Крокодил тоже вчерашний, кстати. Ну, не тот, который первый на нас напал, а другой. Я тут от него уже удирал. Хотя он быстрый, знаешь. Я начинаю. Есть попадание. О, он заподвался, отлично. Что с ним? А вот он, вижу. Да куда же ты, собака? Дикая. Собака сутулая, я бы сказал. О, хорош, красненький. Ну все, на сапоги тогда. Осталось только наши стрелы забрать. Нормалек.
Так. Ну давай поднимемся наверх, посмотрим, что там. Ну, что нам, левую или правую берем? Налево, налево. Так, чисто? Чисто. Ну, не совсем здесь ровно, конечно. Так, погоди, а там вчера вот этой постройки не было, что это за херня? Не-не, были. Там были. На башне была? Да, они были. Не знаю, может в руинах построиться? Ну, попытать счастье. Мы можем подплыть прямо к замку к самому и там сделать и подъемчик сразу. И там построиться, типа, портового такого городочка. Ну да, потом там выше, и, в принципе, можно и так. Ну да. Жарковато здесь. Стамина, стамина, давай скорей. Она без воды, наверное, ни хера не будет. Че, опять пираньи? Ну. Сейчас я там быстрый бег буду. Угу, да. Такая пиранья девочка. Сине-розовая какая-то фиг. Че ты коня-то не достать? Свист там достанутся. Вон еще один крокодил, сука. Где? Справа был, он там с раптором, походу, сражается. Он прям под скалой там торчал. Ну ладно, хрен с ним. Опа. Вот, чё-то. А, ох, блин. Блядь. Это плохо. Стреляй так. Это очень плохо. Сейчас, мне надо забраться повыше. У меня ранение. Где он, собака? А, там и этот, Капразух. Ты знаешь, где собака? Он? Он внутри. Я знаю, знаю. Сейчас все будет. А знаешь, где плавай я? Пока. Я тоже внутри. Пока что плавай вокруг. Там еще один капразух. Их тут дохерища, слушай. Давай, плыви в сторону моря. У меня, правда, 100 стрел. Не знаю, хватит их на них, нет? У нас безбилетник. Вот его надо убрать. А на этих хочешь? Да нет, как он называется, Барионикс, он ломает плот. А, даже так, ну. Да, он вот этим вот ударом своим. Так, где наш безбилетник? Барионикс отстал, я его спугнул вроде. Так. Безбилетник внутри. Сейчас я его найду, подожди. Я должен его увидеть. Ага. Так, собака дикая тоже. У печки он. У печки. Я вижу. Но если только в хвост стрелять, блин. Стреляй. А не, его нормально. Сейчас все будет. Попадаешь? Чё-то че... Нет? И у меня сломался. Ладно, сейчас по-другому поступим. Сейчас чуть-чуть тормозни. Ить. Чтобы не упасть. О, нормально.
Фу, безбилетник готов. Отлично. Надо быстрее высаживаться. И строиться. Мотает его, смотри. Все, он вывалил. Так, что у меня там опять? Что-то здесь слишком много целей попасть. Так, стоп. Мы же не сюда хотели, мы туда хотели, нет? Мы на замок хотели? Я не вижу, где ты сейчас находишься. Я что-то... Ну, у замка. Да-да, мы тут и хотели прям. Надо только спуск будет. За нами еще один пассажир, блин. Ай. Я вываливаюсь, упал. Тормози. Иди. Ай, блин. Нет. Не получилось. Мне тоже не получилось. Почему я кровать не вижу на плоту? На него... Один выстрел нужен. У меня плот кровать показывает вообще где-то на этом, на Нет, у меня нормально. Глюк, видать. Ага, и появился на берегу. Понятно. Вон он подплывает, зараза. Надо его завалить. Надо как-то его завалить, согласен. О, все, он уплывает. Но он плывет прям к моим шмоткам почему-то. Так, ты готов вывалить? Нет еще. Ты не заспавнился? А ты умер-то на плоту хоть? Не совсем. Это плохо. А, кровати все еще нет. Там посмотри, может есть. Да, кровати резервы сделал. Сейчас посмотрим. Так, что тут нам надо на кровать? Кровать, где кровать? Кровать. Вот. Солома, кожа, дерево. Солома не хватает. Не получится кровать. Опять он напал. Собака, а? А чё он не переагривается на других существ? Не знаю, может, он самый недоступный. А может, на этого переагривается сейчас? С хребтом такой плавает, который... Нет, они не нападают почему-то, они на игроков нападают. Еще один крокодил, бля. Муха. Что вас слишком много здесь?
Так, ну сейчас я заспавнюсь на плоту, сделал я арбалеты и застрелим их. Наверное, может быть. Может быть. Цик все еще плывет за мной, прикинь. Ладно, сейчас по-другому сделаем. Так, этот вроде... Нет, опять развернулся. Собака. Пытается что-то. Я появляюсь. Ага. Давай. Попробуй. У меня ты на дне, честно тебе скажу. Да. Я тоже не был. Тормози или не, не тормози, ну тебе нафиг. Не тормози. Еще один собака. Тер. Тером навалял. Ой, это большой. Он повреждает этот плот. Большой красный. Смотри, как он херачит плот. Надо сваливать кто-то. Сваливай. Я пытаюсь. Он на кого-то там переогрелся, походу. А, они друг подружке попали, короче. И так, на мель нам не надо. Сейчас я вещички свои заберу тоже. Я сейчас вещички свои соберу, да. Еще один. А, так, это ты. Я а мои стал, где? Не знаю. А где мои-то? Где твои? А они у меня, ты светишься у меня зелененьким. Не, ну я свое. Вот они внизу просто. Все, я понял. Так, давай за штурвал вставай, я плыву и... Погнали. К берегу. Эй. Так, запрыгнул. Че, тут высаживаемся и в этот замок идем, да? Да, замок берем тогда и надо этих как-то завалить. Чувак. Надо будет бить модуса. Почистить модуса. Территорию. И низ застроить. Ну да. Ворот ты имеешь в виду туда, которые наверх ведут, да? Да, бегемот там поставить. Да, да, да. Так, сейчас на нас нападет пассажир, походу, вон слева. Да. Собака. Я помню его. Еще один. Он за нами идет. Вижу, вижу, вижу. Ах ты, сука. Стреляй, стреляй, стреляй. Раз, буду вместе. Да. Как так? Вот как? Ай, бля. Ну почти. Ты не дожил одной стрелы буквально. Ну вот как-то так он тебя, видишь, схватил. А он что, через закрытую дверь тебя схватил? Вот, в этом-то и смысл. Я думал, ты открыл. Нет. Прикольно. Птера. Мне не вылезть теперь наверх. Ну ничего, птер мешает. Ну. Там два операцера валят. Крокодила. Это очень хорошо.
Все, выходим. Берем лошадей и валим. Так надо крокодильчик завалить. Ты-то не стреляй, ты сейчас в них попадешь на. Да ладно. Я, где так, лошадь где? Еще одна? Еще один. Сука, по-любому где-нибудь остался в воде. Да? Надо плыть. Живая где-то. Где-то живая. Живая, по-любому. Я не видел, чтобы она... Так, ну где-то здесь, значит. Пошли искать. Погнали. Без Сталина никуда. Пиявка какая-то плавает. Вопрос только в том, когда она смогла свалить. Но она еще была, когда я под мостом был. Блять, не видно ни хера. Сейчас нарвемся снова. Что поделать? Надо Сталина спасать. Как он еще жив-то, блин? Ой, тут что-то ныряет. Ой-ой-ой, большой плывет. Сука. Блядь. Смотри, как хера. Хоть как-то, блин. А я его не вижу ни хера. Он на... Убил. Убил. Блин. Как он убил? Засвети птеродактиля. Капразух маленький. Что сделал? Птеродактиля засвети, он вон. Блять, я тут еще залез. Ебать, я упал. В воду, походу, ага. Он опять здесь, блядь, да как они сюда-то попадаются? Я не вижу ни хера. Я сдох. А, на этот раз Барионикс. Вот я сейчас по крокодилу не попадаю. Вот попал. Так, одного ты большого убил. Так, Барионикс остался. Птера пиздит. Периодически. Да они тоже, да, он, они выше лететь не могут. Ага.
Это кто сейчас вот его пьет? Сейчас еще и птера сольем, в общем. Я даже не вижу, кто его пиздит, слушай. Да Мэри Оникс там его пиздит. Да он так не может быстро плыть. Или может? Не, в него может. Походу капразух. Да, это большой крокодил вообще. Сарказух или как. У меня сейчас фризы. Ай. Коня сейчас на чем? Ох, скакал, я думаю, ты. Сейчас, он не хочет вытаскиваться, слушай. Сломай стенку и вытаскивай. Давай. Конь. Вороной. Ай-яй, меня убил. Сарказух большой. Доставай. Сейчас и коня заварят. Сука. 150-го. Для меня опять тут. Ну что ж, друзья, мы кое-как пришвартовались. Одного коня у нас убили, птеры выжили, еще один конь тоже выжил. Диман успел убить крокодила, пока я там спавнился на другой точке. Кровать не было видно. Короче, кое-как добрались до места. Мы сейчас поднимемся, я вам покажу. Плот здесь останется пока что. Безживки его никто не будет трогать. В замок пойдем, в замке будем обустраиваться, он уже 536 тухленького. Так, что-то подвиг... Сейчас, наверное, отбросит. Да. Так, металл плавится потихонечку. Это закрыть надо. Ну что ж, пойдем посмотрим. Я не стал коня... оставлять, Диман его сразу отвел туда же. Тоннель. Бог даст, он выжил. Хищники вроде кончились, посмотрим сейчас. Быстро устаю, мало веса, что-то надо качаться, короче. Однозначно. Что жажда теперь, ёкарный бабай. Так, ладно, сейчас мы. Хардкорное какое-то выживание получается. Здесь слишком много было хищников. Но зато весело. Вон опять крокодил. Так, ладно, что здесь нету? Жидкости, да? Подхода к воде близко. Да. Только отсюда. Ну ладно. Попытка номер два.
Миска возьму еще на всякий. Что там нам на кровать-то надо? А, кровать. Кожа 40, солома. Кожа, значит, еще. Где она? С запасом возьмем. Соломки сейчас тоже сделаем. Так, можно потихонечку отправлять. Смотрите, как падает жажда вместе со стаминой одновременно. Что значит пустыня? Такие вот здесь развалины. Здесь вон кто-то поставил ворота, там обсидиан, походу. Но ворота открываются, то есть там нет ничьих поставок. Исключительно для того, чтобы, наверное, хищники туда не забили. Так, вот она наша вся живка здесь. Так, бурдюк, походу, надо будет потом изучить тоже. То здесь не выжить будет без вас. Тут нички нет, лимана нет. Так, ладно. Вот замок, короче, здесь мы поставим ворота большие, бегемоты. Вот, а вот здесь вот внизу будем строиться. По-моему, красотень, атмосферненько. Надеюсь, что постройки не пропадут при рестарте сервера. Потому что такая штука. Ну-ка. Ремень, металл. Нормально. Так. Здесь подход к воде построим. Или здесь, или вот здесь. Скорее здесь вот. Оп. Или где пошире. Или где пошире, определимся. Вот, короче, ребят, мы нашли место, где будем строить наш дом. И в следующем видео обязательно мы продолжим это увлекательное мероприятие. А вот подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Присоединяйтесь к нам, оставляйте ваши комментарии обязательно, чтобы вы хотели увидеть приручение или охоту на какого существа. Ну все, всем, ребята, удачи, всем пока, до новых встреч.